друзья, в работе про бокс. Такой вот про бокс. Значит, здесь несколько задач. Самое главное — это установка динамиков. Видите, процесс уже идет. Такие вот процессы здесь. Вот. Вырезано отверстие, здесь зашкурено все. Видите, все. Все ровненько, гладенько. И будет внедряться динамик. Так, друзья, процесс идет. Подиумы ставятся. Значит, там, видите, уже подиум стоит. Но это только один, возможно, будет второй. Ну, так красивее просто. Здесь, значит, что у нас здесь? Здесь у нас, смотрите, стеклоподъемник на крутилке. Крутилка будет мешать. Соответственно, принято решение. Хозяин сейчас привезет стеклоподъемник. Будем ставить стеклоподъемник электрический и кнопка. То есть обшива будет с кнопкой и стеклоподъемник будет электрический. Вот. Ну и скорее всего, там тоже будет пульт с двумя кнопками. Поставлю по времени, посмотрим. И оттуда будут управляться оба стеклоподъемника. Это очень удобно. Будет очень удобно. Вот. В общем, процесс идет. Динамики также. Также рацию хозяин хочет поставить, подключить. Вот она здесь. Еще, значит, машина без туманок. Здесь будут туманки ставиться. Сейчас он туманки привезет. И также яркие белые лампы в фары и в туманки диодные лампочки будут ставиться. Вот, будет хороший свет. Вот так вот. В общем, процесс идет. Про бокс в работе. Процесс идет. Значит, один динамик стоит. Обшива вырезана. Значит, пищалочка стоит. То есть кроссовер. Кроссовер будет фиксироваться вот здесь вот. Приклеиваться на двухсторонний скотч такой большой. Вот. Ну и та сторона, в общем, жду подъемник, стеклоподъемник будет меняться. Значит, туманочки на месте. Хозяин привез желтые, захотел желтые. Туда диоды встали, естественно, белые, яркие. Значит, диоды также фары поставлены. Хорошо, красиво светят. Значит, что еще? Привезли ребята обшивы для электроподъемников и сами подъемники. Так, накинул, значит, стеклоподъемник прикрутил, косы пока накинул, вот так вот поверх подключил и, соответственно, вот она у нас заработал, стеклоподъемник. Теперь он у нас электрический, вот так вот, а был на крутилках. Вот сейчас осталось все это. Собралось, осталось все это. Так, значит, одну косу поменял. Сразу же столкнулся с тем, что распиновка зеркала старого и распиновка фишки не совпадают. Соответственно, пришлось перепиновать, иначе зеркало не работало. Регулировка. Также хозяин хочет сделать, чтобы зеркала складывались. Здесь они в штату не складываются. Поэтому от складывающихся ушей оставляю, чтобы он мог, купив уши, да, подключить сюда, и они складывались. Вот. Скорее всего, пультик надо будет просто поменять с кнопочкой. Но это не точно. Но, по крайней мере, коса уже заложена под складывание. Под складывание и, возможно, даже подогрев. Два провода еще здесь есть, помимо складывания. Вот. Там, кстати, нету. Там только складывание, скорее всего. Там два лишних провода только. Ну что, друзья, одна сторона запела. Одна дверь готова, собрана. Динамик стоит, поет. Осталось вот там все переделать. Короче, вот так вот. Все, значит, пищалка поставлена, кроссовер поставлен, динамик поставлен. Так это все выглядит. Ну, в общем-то, более-менее мне нравится. Все, стеклоподъемник. Значит, пульт поставлен, коса поставлена. Все работает. Здесь
здесь работает. Там это пока все на весу, он висит коса, но уже стеклоподъемничек работает. Также центральный замок тоже все работает. Красота. Здесь все собрал. Иду на ту сторону. Также, друзья, на туманке подключены к штатному блоку. Вот здесь вот блок управления. В нем, на него идет управление от гитары. Гитара будет меняться, с колесиком будет ставиться. То есть туманки уже подключены. Также яркие лампочки диодные стоят. Как-то так. Красота. Так, ну что, друзья, пробокс готов. Значит, что сделано? Задний ход, яркие диоды поставлены. Значит, диоды установлены в туманке и фары. Яркие. Установлены динамики. Вот таким вот образом. Пищалки здесь. Соответственно, там тоже. Переделан стеклоподъемник на электрический левый. Здесь поставлен второй, соответственно. В итоге все это шикарно поет. Просто шикарно. Шумоизоляция здесь сделана была владельцем. Вот. Звук поменялся кардинально. Басы в дверях. Сцена. Все очень красиво. Играет и поет. Также рация подключена, рация. И смотрите, гитару поменял здесь и здесь.